привет, я продолжаю играть в игру «Корсары каждому свое» на сложности «Отчаянный Корсар». Сейчас Шарль де Мур находится в пиратском поселении Шарптаун на острове Исла-де-Сора. И прибыл он сюда, чтобы найти клад, который находится в подземелье под верфью на этом острове. И вот Шарль уже на верфи, разговаривает с мастером Алексусом, вернее, он знакомится с ним, так как он здесь еще не был. Также напомню, что Шарль уже находил клад именно в подземелье под этим островом относительно недавно. И тогда он заходил в это подземелье из бухты Бенурес. Но на этот раз я решил разнообразить, так как у нас прохождение. И видим, что Шарль задает вопрос этому мастеру Алексусу. И вопрос этот заключается в том, как можно пройти в дверь, которую мы можем перед собой сейчас наблюдать. Пройти туда можно легко, заплатив 20 тысяч этому мастеру Алексусу. И вот Шарль теперь проходит через дверь в верфи, в это подземелье. То есть, напоминаю, есть два входа. Первый — это через бухту Бенурес, как мы проходили в прошлый раз. И второй — это вот с верфи, как проходим в этот. Шарль проверил, надет ли на нем траншейный доспех, а то он почему-то не отображался. Теперь отображается. Шарль интересует сундук за запертой дверью на этот раз. Вот он. Видим, что клад опять, но если небольшое разочарование, то разочарование точно, по крайней мере для меня. Основная фишка, конечно, этого клада — это оберег Скорпион. Это оберег, который предотвращает отравление того, кто его носит. А его носить может либо сам Шарль, либо его абордажники. Вы можете почитать, собственно, для чего нужен этот оберег и что он из себя представляет. На мой взгляд, к концовке прохождения основной линии у Шарля идеально должно быть 4 этих оберега Скорпион для себя и для 3 абордажников. Ну вот один у него уже есть, 2, забегая вперед, он получит в результате прохождения, осталось получить еще один. Шарль обратно выходит также через верфь. И видим, что здесь абордажников нет. На него нападают стандартные солдаты. Следовало этого ожидать, откровенно говоря. Об этом я упоминал еще, когда был в прошлый раз в этом подземелье. В общем, что через бухту Бенурес, что через верфь, а в любом случае Шарлю придется здесь справляться с этими джентльменами удачи в одиночку. Так как я так понимаю, что этих солдат тоже можно назвать джентльменами удачи в данном случае. Ну вот Шарль уже одного ликвидировал. К сожалению, здесь Шарля прижали к стене. Очень неудачный ракурс. Здесь Шарль не видит, что делает дальний солдат. Поэтому не может уворачиваться толком. Конечно, хорошо бы именно его прикончить первым. Но тут вот подворачивается ближний. Но видим, что вот именно этот дальний наносит основной урон Шарлю, так как он просто не видит, что он там делает. Ну что сказать, это неудачный вариант, я еще раз подчеркну, что клады здесь в Шарптауне — это не лучший вариант, где можно находить эти клады. Ну что ж, выходим теперь, я думаю, собственно, в Шарптаун. Стой, где видим, стоишь. Что здесь опять джентльмены удачи.
Это тоже стандартно. Здесь, как правило, идет двойной бой. Но что хуже, здесь, как правило, не удается не задеть местных пиратов, тем более их трудно вообще различать, потому что они все выглядят как пираты. Видим, что наконец-то мы справились и с теми, и с другими. И также видим, что действительно опять задели. Что ж, попробуем выйти в море и вернуться. Может быть, они не будут уже враждебны. Ну да, видим, что эти пираты убирают свои сабли в ножны. Ну, в общем, все, мы достали клад. У Филипсбурга Шарль ожидал джентльменов удачи, которые плывут от Исла-Тессора. Но тут явилась сюда пиратская эскадра. Откровенно говоря, Шарль надеялся, что в этой пиратской эскадре будет корабль второго ранга, чтобы попытаться его захватить. Но, к сожалению, этим надеждам не судьба была сбыться. Хотя, в общем, пиратская эскадра действительно приличная. Видим, что тут галеон, корвет. Я так понимаю, военная шхуна. Что ж, будем пытаться захватить эти корабли. Правый борт готов к залпу. Ветер не слишком удачный и даже не по направлению, а по силе. Не люблю такие варианты ветра, когда практически штиль. Понятно почему. Ну вот идем на абордаж первого корабля. Я так понимаю, это военная шхуна. Не думаю, что у нас будут какие-то проблемы. Хотя видим, что у них есть мушкетный залп. Главное преимущество боя с пиратскими кораблями состоит в том, что Шарль в этом бою уж точно не рискует получить награду за голову от кого-либо. Поэтому в этом смысле с пиратами воевать одно удовольствие. Сколько угодно можно их топить, захватывать и делать с ними все что угодно. Ну вот бой выигран уже и на нижней палубе.
Что, опять камикадзе? Нет, это опять зараженная команда. Что ж, естественно, опять отказываемся драться с ним. Я напомню, что в предыдущей серии уже был такой случай. Правда, с испанским кораблем. Но я думаю, что это особо без разницы. Я думаю, что нам опять дадут, видимо, захватить этот корабль. Но он не будет высвечиваться на нашей эскадре. Ну да, это военная шхуна. И нам действительно дают захватить. И действительно, она не высвечивается в нашей эскадре. Ну, в общем, все как в прошлый раз. Правда, есть один печальный момент во всем этом. Это то, что мы ее не можем управлять. А это значит, что не можем дать приказ снять паруса или идти в каком-то направлении, например, к форту. В общем, я сейчас думаю, что, видимо, более целесообразно было все-таки утопить эту шхуну, не жадничать. Надо сбить паруса от галеона и догонять его. Ветер, конечно, повторяю, очень неудачный, и неудачный он прежде всего по силе. С таким ветром мы будем полчаса догонять этот корабль, даже если собьем его паруса. Видим, что они тоже уже сильно повредили паруса. На золотой удаче корабли Шарля. Левый борт готов к Да, без ускорения времени, конечно, в этом бою можно провести часа два, я думаю. Легко. Левый борт готов к залпу. Мы видим, Шарль, конечно, успешный, он сбивает паруса, но я думаю, что это пока не сильно увеличит перспективы догнать их. Да, это военная шхуна неуправляемая. Я чувствую, у нее есть все перспективы утонуть. Все-таки в следующий раз, примерно вот в таких ситуациях, я их буду топить. Просто капитана жалко своего компаньона. Сейчас, наверное, ее на абордаж возьмут.
это, я так понимаю, Брик на нас плывет. Но наконец-то, что называется. Да, идем на абордаж этого брига. Видим, что у них тоже есть мушкет. В общем, неприятная эскадра. Честно говоря, я немного жалею, что вступил в бой с ней. Мне команда дороже, чем эти корабли. Но с другой стороны, как я уже отмечал в прошлой серии, воевать все равно надо периодически. И это тот случай, который, я думаю, упускать было нельзя. Также мы можем отметить, что в корсарах каждому свое. Есть определенный дефицит больших кораблей и даже относительно больших. Видим, что Шарль уже давно может плавать на корабле второго ранга. Но правда, в общем, это не является пока, по крайней мере, идеей фикс. Захватить корабль второго ранга, но тем не менее мы видим, что никакой, скажем так, удачи или удачного случая не подворачивается, пока захватить его. Ну вот, капитан Брига тоже повержен. Назначаем капитана. Слава богу, этим кораблем мы управлять можем, поэтому мы сейчас прикажем спустить паруса этому кораблю. Левый борт готов к залпу. Теперь нужно попытаться все-таки достать этот галеон каким-то способом. Правый борт готов к залпу. Естественно, неуправляемый нами корабль плывет прямо на этот галеон. Правда, я сейчас подумал, может быть, он его не будет захватывать. Потому что он как бы не отражается в эскадре Шарля. Ну, сейчас посмотрим. Левый борт готов к залпу. Да, ветер, конечно, совсем никудышный. Также интересно, будет ли этот корабль, который не в эскадре Шарля, учитываться, если Шарль захочет уйти от них.
Но пока видим, что это военная шхуна неуправляемая, еще не потоплена и не взята на абордаж. Хотя она упорно просто идет на этот галеон. Может, на таран идет, в самом деле. Видим, что на нас идет, я так понимаю, корвет. Это очень хорошо, что он решил развернуться. Главное, чтоб не передумал. А этот галеон, честно говоря, меня начинает нервировать. Пока никак не удается его достать. Левый борт готов к залпу. Так, так, только не разворачивайся. Опять они нас берут на абордаж. Я, честно говоря, хотел сделать еще один залп картечью. Видим, что у них также есть мушкетный залп. Наша команда у них убивает 49 человек, а они у нас 27. В общем, не такое большое преимущество. Тем не менее, это, естественно, большая удача, что этот корвет пришел, что называется, к нам в гости. Пока все корабли в этой эскадре с мушкетным залпом. Ну вот, бой на верхней палубе выигран. Он был не очень сложным. Команда Шарль разобралась без него, собственно, на нижней палубе. Напомню, что сейчас у Шарля максимально прокачанная в плане абордажа команда.
капитан тоже, собственно, не был большой проблемой. Назначаем капитана Криса Бёрча. А вместо него поставим Ланги на место плотника. Теперь, я так понимаю, остался фактически последний корабль, который в зоне досягаемости, по крайней мере, пиратский. Это этот Галеон. Что-то мне, честно говоря, все это меньше нравится, охотиться за ним. Я думаю, почему бы его не потопить вообще. Конечно, можно было бы его просто отпустить с миром и уплыть к форту. Я думаю, что он сильно был бы, наверное, не против все-таки. Но это была бы слишком долгая песня. Еще, я думаю, более долго и, на мой взгляд, уже достаточно опасно это пытаться его взять на абордаж. Сдается мне, что пока мы будем выносить у него команду, он уже вполне может нас просто утопить. Правый борт готов к залпу. В общем, третий раз хочу отметить, что просто, что называется, ветер не тот, чтобы пытаться его догнать. Левый борт готов к залпу. Потому что, естественно, он ничуть не быстроходнее нашего корабля. Просто нам к нему не добраться, вот и все. А он к нам, естественно, не пойдет. Правда, попытаемся теперь топить его от первого лица, что называется. Дело в том, что большая проблема вообще в этом бою, и сейчас особенно, потому что почему-то с бортов залпа не происходит. Я с этим сталкивался, говорил об этом в квесте «Вождь краснокожих», там где был бой с двумя военными шхунами, и там вот также такая же была очень существенная проблема, что отказывались стрелять пушки почему-то у Шарля тогда на шлюпе. Что называется, кликаешь-кликаешь, а выстрелов нет. Но вот на этот раз я решил, что буду действовать немного по-другому, а именно так, как здесь, естественно, минами его потопить не получится, так как он не идет на Шарля. Придется его просто топить от первого лица. Видим, что от первого лица выстрелы происходят. Поэтому я беру этот способ решения этой проблемы на вооружение. То есть просто повторяю, если у вас не происходит по каким-то причинам выстрела с одного борта, с другого или вообще, то просто выходите и стреляйте от первого лица, как делаю это сейчас я. Не буду я возиться с этим галеоном, я его просто от первого лица потоплю бомбами, и все. И дело с концом. Левый борт готов к залпу. Насколько я понимаю, все-таки это более точная стрельба все-таки от первого лица. Я уже отмечал раньше, что я практически не использую эту возможность, ну так как просто нет у меня такой необходимости обычно. Но вот это тот случай, где такая необходимость есть, и я с удовольствием показываю, как это делать.
Промах. Левый борт готов к залпу. Также можем наблюдать, что у Шарля такой канонир, который может наносить, в данном случае это Орль Ланги, который сейчас к тому же еще и плотником является. Это канонир, который может наносить критические повреждения, видим, что они достаточно часто случаются. Поэтому, конечно, этот галеон обречен сейчас. И вопрос времени, когда мы его утопим. Ну вот. И все. Ну что ж, идем в Пилипсбург продавать все корабли эти пиратские. Шарль прибыл к губернатору Порто-Пренса докладывать о выполнении задания. Напомню, что в предыдущей серии мы могли видеть, как Шарль героически гонялся от Картахены до Сан-Джонса практически за этим пройдохой. И вот теперь он получает свою заслуженную 21 тысячу. Далее Шарль идет к портовому управляющему. Напомню, что ему надо возвращать рукописи священнику Блювельда. Теперь эти рукописи находятся у Сайлоса Пина, который плавает на корабле Эндрю. И Шарль как раз задает вопросы портовому управляющему по поводу этого судна. Тот отвечает, что этот Сайлос Пин отправился теперь в Порт-Рояль. Теперь, возможно, придется долго за ним гоняться по всему Карибскому архипелагу. Ну что ж, теперь отправляемся за ним. Порт-Рояль. Но перед этим Шарль решил прогуляться по джунглям. На него напали индейцы. И вот с одного из индейцев он снимает странный амулет, который выполнен из речной гальки, причудливо раскрашен. И Шарль понимает, что это очень древний амулет. И нужно поговорить с людьми, которые разбираются в индейских амулетах, для чего он предназначен. Это начало квеста Калиучи. Обращаю внимание, что дата стоит 1 февраля, а голландский гамбит был закончен 7 августа. То есть прошло чуть меньше, чем полгода. И вот Шарль уже в Порт-Рояле, говорит с местным портовым управляющим по поводу Сайлоса Пина и его корабля Эндрю. И снова неудача, он опять отплыл в Порто-Пренс. Этот Сайлос Пин явно издевается. Снова надо возвращаться в Порто-Пренс и там расспрашивать. В общем, долгий и муторный квест, ничего не скажешь. По пути Шарль заглянул к своему приятелю, смотрителю маяка Сантьяго, у которого он заказывает амулеты. Напомню, что амулеты можно заказывать у трех смотрителей: Гваделупы, Сантьяго и Картахены. И именно с ними появляется ветка разговора по поводу странного амулета, но вот Шарль показывает, этот смотритель ничего не знает. Шарль снова в Порто-Пренсе, снова разговаривает с портовым управляющим по поводу Сайлоса Пина и его судна Эндрю. Снова облом, теперь нужно отправляться в Капстервиль. Шарль едва сдерживается от употребления крепких слов по поводу всех этих священников и их рукописей. И вот Шарль в Капстервилле задает тот же самый вопрос по поводу этого Сайлоса Пина и получает ответ, что теперь он отправился в Порто-Пренс. А теперь Шарль уже не может сдержать просто свой смех по этому поводу. Шарль прибыл на Гваделупу поговорить с местным смотрителем маяка по поводу странного амулета. И на этот раз удача. Смотритель маяка говорит, что он уже видел такой амулет. Далее он рассказывает Шарлю, что такие амулеты носят индейцы
на Южном Мейне, южнее Панамы. Также они называют эти амулеты наследием предков. Он говорит, что он не знает, что это означает, наследие предков. Но тем не менее, он знает, у кого можно спросить по поводу этого амулета. И спросить можно на Доминике у шамана Тут Тотхапака. Надеюсь, я правильно назвал. Этот шаман с приключениями попал на Карибы. Дело в том, что корабль, на котором он плыл, попал в штиль. Команда заболела лихорадкой, капитан свихнулся. В результате всю команду перебили, индейцы освободились. И предводителем был как раз этот Тут Тотхапак. В общем, нужно захватить Мушкет, так как он их уважает, и плыть на Доминику, расспрашивать его по поводу амулета. В комнате уединения в Капстервилле Шарль нашел очередные потерянные документы. На этот раз он решил попробовать продать их где-то за пределами Капстервилля, например, в пиратских поселениях. Шарль уже сам сбился со счета, какой раз он уже идет разговаривать с портовым управляющим Порт-о-Пренса о Сайлосе Пине. И, о чудо, на этот раз этот Сайлос Пин именно в порту Порт-о-Пренса. Надо его срочно навестить на его корабле Эндрю и забрать у него наконец-то рукописи, которые так нужны священнику Блювельда. Для этого Шарль уходит в порт по быстрому переходу к судну Эндрю, поднимается на борт. К этому неуловимому Сайлосу Пину, который достал, по-моему, не только всех портовых управляющих в округе, но и Шарля больше всех. Но Шарль, естественно, делает вежливую мину в ответ на грубость этого Сайлоса Пина. Так или иначе, ему нужно получить эти рукописи. Ну и в конце концов он желает ему счастливого ремонта, а про себя потонуть ему, как только он выйдет из этого Порт-о-Пренса. Видим, что у Шарля по-прежнему документы. Не смог он их продать пока в пиратских поселениях. Ну и также рукописи, которые нужно вести священнику Блювельда. В таверне Порт-о-Пренса Шарль видит странного офицера, который выпивает одну кружку рома за другой. Шарль думает, что это неспроста и нужно поговорить с этим офицером. Но я думаю, что делать он это будет уже в следующей серии. Так же, как в следующей серии он уже поплывет в Блювельд отдавать рукописи священнику. А эта серия закончена. Продолжение следует. Пока.